Махачкалинский пожарный гарнизон принял участие в тушении условного пожара на нефтебазе ООО «Газпетросервис». Как отметил руководитель учений, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Дагестан Ахмед Байбатыров, учения прошли с целью тренировки личного состава подразделения ФПС и частной пожарной охраны действиям по тушению условного пожара в нефтяных резервуарах, а также совершенствование тактического и профессионального мастерства личного состава ФПС. Причиной условного пожара стали технические работы, которые проводились в резервуаре номер 18. Первой к тушению пожара приступает частная пожарная охрана. На помощь спешно прибывают пожарные расчеты Махачкалинского пожарного гарнизона. Слаженными совместными действиями огнеборцы потушили условный пожар. Подводя итоги, задействованным личным составом Ахмед Байбатыров оценил учение на «хорошо». Он также отметил, что парк нефтепродуктов – это один из стратегически важных объектов республики. Тренировки на подобных объектах будут способствовать слаженности действий и быстрому реагированию пожарных подразделений на возможные пожары.